Всем добрый день! Пришла пора садить тюльпаны. И как мы их будем садить, сегодня я вам покажу. Тюльпаны и мускари. Садим красивые грядки, клумбы. Давайте посмотрим. Тюльпаны будем садить с вами вот на такую глубину, где-то примерно 10-12 сантиметров. Ложим 3 луковицы и измеряем глубину земли, куда будем садить. Подготовили вот такую яму высотой в глубину 12-15 сантиметров. Чтобы вы видели, какая высота ямы. Посадили друг от друга тюльпаны 3-4 сантиметра, крупные головки. И вокруг посадила я мускари. Видите? Мускари. Вот такие мускари. Они цветут синеньким. Еще доложу вокруг. Будет такая красивая грядка получится у меня. Некоторые головочки я, как вы видите, голенькие обшелушила. А которые не обшелушиваются, я прямо посадила. Вот мускари вокруг, которые даже проросли мускари. Видите? Мускари. И засыпаем. Моя грядка уже одна готова. Пойдем делать вторую. Вот еще одну грядку посадила. Красивую клумбочку. Круглую. И вокруг мускари посадила. Есть больше. Обшелушились тюльпанчики. И новый сорт. Другой. Все отдельно посадила. Вот так красиво зайдет весной. Тюльпаны вокруг мускари. Возьмите себе на заметку. Очень красивая грядка. Видела в интернете. Решила себе сделать. Очень красиво будет. Весной зайдут. Все сниму, покажу. Еще одна грядка тюльпанов посадила вокруг мускарей. Вот мускари кустик, а вокруг тюльпаны будут. Все клумбочки я посадила тюльпанов. Перед тем, как садить, нужно обработать их в растворе марганцовки, а потом высушить и сухими садить. Вот как видите, я посадила мускари и тюльпаны. Вот такая грядка. У меня несколько их красиво будет весной. Делитесь видео с друзьями. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Золотая осень. Как вы видите, красивая. Цветы цветут.